11 часов стали стучать мне, соседка стала стучать по батарее. Сработала сигнализация пожарная у нас, она стала пищать. Вот я услышала то, что был звук по батарее, она кричала мне: «Таня, Таня». Дима не было еще в комнате у нас. У нас трехкомнатная, поэтому она дальняя самая была. Вот, я услышала, подскочила, не поняла, что такое. Вышла туда, значит, в прихожку в нашу туда, а там уже дым валит. Мужу говорю: открывай дверь, давай выбегать. Он говорит: дверь не открой, она горячая. То есть ручку мы не могли за ручку взяться. Вот и все, ребенка схватили в чулку, в трусиках выкинули в это, как вот, в окошко. Вот. Потом я закрываюсь вот так вот этими халатом, нашла еще вещи наши, собирала, бегала. Вот и все. Потом выскочили на улицу, я, муж, у меня пожарные вытащили тоже уже. Дым уже везде был, заволокло. Все. Как сейчас с администрацией, с помощью, все ли есть, что-то нужно? Дают, вот сейчас были, заполняли, дали 100 тысяч заплатили. Вот вещи взяла еще детям. Сейчас еще пойду в магазин. У вас есть где жить? Вы, у родственников? Ну, у свекровки, да, сейчас у свекровки пока. Вот. Двое детей, поэтому у нас все сгорело, ничего нет. Соболезную вам.